Всем привет! С вами основатели проекта «Фаберлик Онлайн» Николай Андрейко, Анна и Антон Кононовы. Сегодня мы хотим в этом видео вас порадовать тем, что мы хотим организовать поездку в Тунис. Оля, какие же условия на поездку? Они намного проще, чем это было для поездки в Турцию. Для тех, кто сейчас уже находится на 23%, но еще не получал квалификационный бонус, для вас условия достаточно легкие. Это сделать плюс 1000 баллов относительно того товарооборота, который сегодня в 13-м каталоге 23 сентября. Делать каждый каталог от 50 баллов и получить квалификационный бонус до 9-го каталога 2019 года включительно. Для тех, кто еще не на 23%, для тех, кто еще не получал квалификационный бонус, для вас еще проще — это закрыть квалификацию директора, то есть получить квалификационный бонус, и вместе с нами в июле в 10-м каталоге мы отправляемся вместе с нашей большущей командой в Тунис загорать на экскурсии, и будет все круто. Мы вас очень-очень ждем. Выполняйте условия и присоединяйтесь к нашему проекту, кто еще не присоединился.